Зараз вже всі вийшли на навчання, і діти в школі повертаються до того, що є обід. Але формат меню змінився. І тепер цього року у нас немає цукру, немає солі в харчуванні, тобто немає бути. Також немає булочок і має бути більше фруктів. Так, і саме з цього року перейшли на новий формат. І, як виявилося, не всім дітям до вподоби те, що ми пропонуємо дітям. І, як виявилося, що дуже багато батьків сказали, що їм не до вподоби це. І тому саме цю тему ми будемо сьогодні розкривати із нашим ранковим гостем. Це Олександр Кущ, дієтолог. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго утра. Кажуть, що шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. Як є шлях до серця дитини? Звісно ж, через сладості, через вкусняшки. І нічого з цим не поділати, к сожалению. Ну, так устроєн ребенок, так устроена его психика, его рецепторный аппарат, все через, как говорится, через вкусности. К сожалению, дети не понимают многих вещей, которые понимают взрослые. Они не понимают вещей, таких как углеводы, белки, жиры. Ребенок понимает вкусно, невкусно, ярко, не ярко, да, то есть красиво, некрасиво. Вот это вот категории, которыми мыслят дети, когда выбирают еду. К сожалению, иногда мы думаем за детей, как взрослые. Мы думаем, что ребенок, он должен понимать, что такое нормы нутриентов, да, витаминов, но дети этого не понимают, и не надо от них даже этого требовать. И тут вот возникает вот этот вот диссонанс, потому что мы не можем донести до детей пользу определенных продуктов, определенного стиля питания. Но это не значит, что не надо этого делать. Просто нужно находить формы коммуникации, которые, ну, детям более близки. Ну, якщо взяти, що зараз не має бути сосисок і ковбас, ну, складно з цим жити. З чим можна замінити? Ви розумієте, нету продуктів абсолютно полезных или абсолютно вредных. Да? Вот мы говорим, давайте есть больше фруктов. Ну, во фруктах много сахара, фруктозы, да, который способствует ожирению, да, который напрямую конвертируется, запасается в жиры. Если есть много фруктов, можно прекрасно поправляться. Мы говорим, давайте уберем сахар из рациона. Но, опять-таки, сахар в любом случае у нас есть в рационе в виде углеводов. Любые углеводы, сложные, простые, они все конвертируются в простые сахара в нашем организме. То есть та же глюкоза, которую мы меряем в крови, это конечный продукт расщепления всех сложных углеводов. Поэтому не надо много сахара, согласен, да? Но если у нас есть углеводы в рационе, мы ничего не можем с этим поделать. За счет углеводов мы получаем львиную долю энергии. Ось дивіться, Євген Клопотенко, він сказав про те, що чому вони вирішили зробити цю реформу, бо якщо зараз в школах вони привчать до того, що не куштуючи таких солодощів, ви будете звикати до правильного харчування, і далі передавати це, якби, ну, діти будуть своїм дітям передавати. І є навіть деякі мами, які кажуть, я не даю дитині солодкого, щоб вона не скуштувала і не розуміла цей смак, і їла те, що якби я їй даю. От, на вашу думку, це правильний підхід? Чи все ж таки вони мають скуштувати і солодкі, і потрібно це якось регулювати? Конечно, должен бути індивідуальний подход. Ну вот возьмите двух, например, подростков. Один подросток занимается активно спортом, да, ходит в секцию, тренируется 3-4 раза в неделю, да у него все прогорает, и сахара прогорают, и все углеводы, и фрукты, у него постоянная нехватка, наоборот, энергии. И другое дело, подросток, который не занимается спортом, ведет пассивный образ жизни. Конечно, для него этот избыток углеводов, он будет, ну, скажем так, не очень хорош, потому что, скорее всего, это отложится в виде жиров, плюс будет нарушение там углеводного обмена. Но нельзя всех детей вот прям вот под одну гребенку. Мы понимаем, что если ребенок в сельской местности привык к борщу, со сметаной, с зажарочкой, да? А мы ему предлагаем суп минестрона. Но для него это, ну, извините, просто вода. И как бы мы ни рекламировали это, да, большинство детей возвращается после школы все равно домой, где,
все равно 2-3 раза он в день кушает помимо школьного питания. И вот там формируется основная культура, основной как бы стереотип питания. Ну от навіть батьки почали в соціальних мережах казати про те, що діти не хочуть їсти, бо не солодкі, не солоно, взагалі прісна їжа, і повертаються додому, тобто ми їх годуємо. А хтось каже, що там ви неправильно робите, ми вдома намагаємося дотримуватися ось цього правильного харчування, щоб дитина не відчувала різниці. Ви знаєте, я недавно перечитував роман Анна Карініна, там був такий прогресивний поміщик Левін, персонаж, якого Лев Толстой списав з себе. Він был новатором, он хотел механизировать крестьянский труд. Но крестьяне, им было охотнее сломать эту сенокосилку, чем разбираться в ее работе. Да? И вот когда он выступал с лекциями, он поймался на мысли, что они слушают не его, а пение его голоса. Да, вот сейчас то же самое происходит у нас с питанием. Евгений Клопотенко, который занялся абсолютно благородной задачей, да, ассоциация диетологов, которая во все, как говорится, во всех инстанциях трубит о том, что у нас катастрофа, у нас 1,5 миллиона диабетиков и столько же невыявленных, да, и это все начинается с детства. И это все правильно, да. То есть, но это, скажем так, вот эти усилия, их просто мало. Нужна национальная программа по оздоровлению нации в целом. Угу. Потому что питание тесно связано с физической активностью. То есть, ну, вспомните, да, там, времена, там, когда дети ходили в секции, да, в Советском Союзе было большое количество спортивных секций, и никто не задумывался, кушать эти булочки, не кушать булочки. Все Порыбляли. Занимались спортом, и это все было оправдано. Все эти углеводы, все это шло, как говорится, сгорало в этой энергетической топке. Поэтому тут обязательно надо вот соединить спорт, здоровый образ жизни, питание и использовать вот эти вот стереотипы, которые есть хорошие на самом деле. Да? Ну, откройте любой Инстаграм. Все хотят быть красивыми. И в целом, если взять вот даже внешность девушек, ребят, люди стали лучше выглядеть. Да? То есть модно показать кубиками пресс, да, в Инстаграме, модно показать красивую фигуру, да, прекрасно, давайте это использовать, давайте вот этот инструмент задействуем в качестве рекламы и будем его продвигать. Круто. Я погоджуюся, що краса має свої правила і маємо їх її показувати. Але сказали, що має бути 75% продуктів рослинного походження. Як ви вважаєте, це правильно і які страви повинні бути для дітей обов'язковими? Продукты растительного происхождения – это прекрасно. Но надо не забывать о том, что дети растут. Ну вот я вам скажу, например, норма употребления, потребления белка, например, у подростка 13-14 лет, они приблизительно такие же, как у культуриста-профессионала, который съедает где-то около 2-2,5 грамм белка на килограмм веса. Но культурист наращивает мышечную массу для соревнований, а ребенку это нужно для роста всех тканей, костей, мышц, связок, внутренних органов. Да? То есть мы сейчас получили целое поколение, мы их называем врачи, дети ДСТ, дисплазия соединительной ткани. То есть вот это вот очкарики, это ранние остеохондрозы, это сколиотическая осанка, это все нехватка белка в детском возрасте, причем в первую очередь животного белка. Я не против там, веганства, вегетарианства, но когда это касается взрослых, белковый голод в детском возрасте, в подростковом, это пищевой геноцид. Надо об этом помнить, что ребенок должен получать животный белок, потому что он полноценный белок, и там есть все аминокислоты. Никакими бобами, никакими травами, никакими кашами мы, к сожалению, не сможем восполнить этот дефицит. Не будет хватать в рационе 2-3 аминокислот, и это будет напоминать, знаете, как плохой строитель кладет поменьше цемента, побольше песка, кирпичи. Ну, они будут, как вот в сказке про трех поросят, держаться, пока там волк не дунет. Но когда дунет, это все рассыпется, да? А это иммунная система, а это состояние крови, а это состояние кожных покровов. Ну, это все наше здоровье. Но мы, знаете, как единственная фраза, с которой можно согласиться с Энгельсом, да, это что жизнь на Земле – это способ существования белковых тел. А ось дивіться, зараз новим законом має бути 100-120 грамів м'яса птиці, і
вважаєте ви, це правильно чи ні, чи має бути більше? І якщо можна, від вас, від як дієтолога, порада, яким має бути харчування? Чи нам все ж таки брати якісь стандартні страви і готувати їх правильно? Чи вводити щось нове? Є норма потребління білка. Як ми наберемо ту квоту, это другой вопрос. Лучше всего, когда у нас будут разнообразные источники, чтобы у нас в рационе были и молочные продукты, и яйца, и рыба обязательно, и немножко мяса. Да? Я не говорю, что нужно запихиваться мясом. Конечно, акцент должен быть на более, скажем так, усваиваемые формы белка, как рыба, да, там особенно у нас дефицит по рыбе жирных сортов, по океанической рыбе, потому что мы не океаническая держава, и мы в основном кушаем чужой вылов, да, то есть наш черноморский улов, к сожалению, очень бедный. И у нас нету там, как у норвежцев, 4-5 раз в день рыбы на столе. Это плохо, да, потому что это дефицит омега-3, витамина D3, дефицит жирорастворимых витаминов и так далее, целый комплекс микроэлементов. Вот этот провал надо восполнять. А опять-таки мясо рознь. Ну, например, вот абсолютно такой интересный аспект. У нас на Украине нет хорошего мяса. Вот нету хорошего. У нас, например, вот вся телятина, которую мы едим, это говядина, это вся телятина. Это бычки, которые не доживают, там, грубо говоря, даже до года, до двух. То есть их забивают в очень раннем возрасте. Поэтому у нас нету культуры выращивания, например, стейкового мяса, как на Западе. Да? Вот. В Америке на каждой бензоколонке любой дальнобойщик может зайти и скушать прекрасный стейк из прекрасного мяса. Да? Но это надо вырастить этого бычка там, 3-5-летнего. Когда у нас спохватились некоторые фирмы и поняли, что эта ниша не заполнена, да, вот стали появляться компании, которые производят стейковое мясо. У нас нету, то есть, когда на столе у нас, грубо говоря, все время мясо молодых животных, ну, например, человек кушает телятину, поросенок, цыпленок, получается, мы все время употребляем мясо, насыщенное собственными гормонами растущего животного. То есть это животное в период активного роста, да, и у него там куча своего тестостерона, гормонов роста. То есть мы получаем в рацион анаболическую добавку. И мы не можем, кушая такое, например, мясо, похудеть, да, потому что мы сами как на дрожжах растем. Да? Вот посмотрите на выпускную линейку школы. Стоят девушки на выданье и стоят худенькие мальчики. Почему? Рацион такого ребенка очень... То есть у нас основной вид мяса – это бройлерная курятина. Это самый рекордсмен по поглощению. Да? Бройлерная курятина – что? Гормоны и антибиотики. Да? То есть, соответственно, на таком рационе девушки становятся очень быстро созревают, а мальчики не дозревают, потому что получая гормоны, которые, как правило, это эстрогенного ряда, они тормозят свое половое развитие. И мы вот видим вот этот вот диссонанс, да, когда потом там как-то догоняют, но это очень бросается в глаза, особенно вот где-то вот 8-10 класс. То, на вашу думку, це погано, те, що ввели? Чи все ж таки... Ну, звісно, плохо, тому що ми отримуємо покоління мужественних дівчат і женоподобних мальчиків, які, відповідно, ведуть себе відповідним образом. А якщо ми, наприклад, можемо зараз спробувати створити з вами ось цю, за вашими порадами як дієтолога, ідеальний обід, да, наприклад, спробувати. Для хлопців і для дівчат я би зробив би так. От так, чи потрібно взагалі навіть в школі це розділяти? Чи це просто, ну, ми можемо врахувати? Я згадую просто по своїй школі, як у нас було. Да. У нас була картопля, у нас була якась гречка, у нас були макарони, були якісь такі котлетки, але я так розумію, що це, знаєте, купували напівфабрикати. Були запіканки. Оце те, що мені кидається в пам'ять, да. І також це був суп. І в нас ще була молочка. Кожна середа, здається, була молочна каша будь-яка. Ну, в кашах нічого плохого немає. Да? Гречневая каша з молоком – це вважається універсальне сочетання, да? Ще со времен там, пирогова, це вважалось лучшим, як говориться, лучшим блюдо по комбінації амінокислот. Ну, опять-таки, от ми бачимо раціон в школах – багато углеводів і мало білка.
И, соответственно, и мало овощей, соответственно, дефицит клетчатки, соответственно, процесс пищеварения тоже затруднен, да. Ну и плюс все дефициты, связанные с дефицитом витаминов, микроэлементов. То есть такому школьнику на таком питании, ну, во-первых, нужно обязательно дополнительно давать витамины, дополнительно давать микроэлементы, омегу, особенно в зимний период, когда у нас иммунная система провисла, когда у нас дефицит витамина D3, тут на улице у нас пандемия COVID-19, и, соответственно, мы все ходим в иммунодефиците, да, и школьники в первую очередь. То есть углеводы, опять-таки, не самые лучшие, да, то есть 80% рациона углеводов у школьника должны быть сложные углеводы, то есть это крупы, да, овощи и 20% простые углеводы за счет там хлеба, за счет фруктов, за счет каких-нибудь там макаронных изделий. Пусть будет их немного. Если 1-2 раза в неделю возникнет, ничего страшного, да, если он опять-таки активно занимается спортом. Но у нас получается так: 80% простых углеводов. То есть ситуация напоминает как? Вот представьте себе, вы взяли своего ребенка и пошли в лес. И вы говорите: дорогой мой сын, сегодня мы учимся разжигать костер. Мы можем его разжечь двумя способами. Это вот как формируется пищевая культура у ребенка, я сейчас демонстрирую. Мы можем набросать кучу мелкого хвороста, который быстро прогорит, и нам надо будет за ним бегать постоянно. Или же мы сейчас подбросим парочку дровишек, и они будут гореть долго, мы будем сидеть, долго греться, и никто никуда не будет бегать. То есть вот в детском возрасте мы формируем стереотип углеводного питания. Если мы пошли по первому пути, да, то есть хворост – это вот сладости, простые углеводы, хлеб, хлебобулочные изделия, вкусняшки всякие. Все, мы приучаем ребенка к этому стилю питания, потому что он, во-первых, ему это вкусно, во-вторых, это дает резкий всплеск энергии. Но за резким всплеском энергии следует резкий спад. То есть классическая схема. Мама собирает ребенка в школу. Типичный завтрак вот средней украинской семьи. Каша, фрукты, сникерс, еще вдогонку какой-нибудь сладкий там банан дали. То есть одни углеводы получаются, белка практически нет. Первые 2 часа в школе этого ребенка рвет на части от этих углеводов. Он бегает, всех калашматит. Потом, за рахунок потом, ще їжі, да, поведінка. Потом у него кривая сахара пошла вниз, у него всплеск уровня сахара меняется на провал. Все, ему жизнь не мила, он сразу бежит куда? К автомату с кока-колой или к сладостям, да? То есть ему нужно опять следующий. И вся его кривая сахара, она такая, знаете, как частокол. То есть доказано, что вот на спаде вот этой гипогликемии у детей возникают суицидальные приступы. То есть вот эти дети, которые берутся за ручки, прыгают с новостроек, это вот как раз... Через ежу? Да. То есть это может спровоцировать. То есть если у человека, у ребенка уже какая-то психопатия, какая-то депрессия, да, то вот это вот состояние гипогликемии, которое его накрывает, да, если он не добежал до этого автомата с кока-колой, оно может подхлестнуть. Я не говорю, что только из-за этого, да, но это может какую-то капельку сыграть вот в этом фатальном выборе. То же самое. И все, у него такой вот становится стереотип питания, соответственно, изменяется углеводный обмен, и мы получаем уже потенциального диабетика, да, потому что поджелудочная, она все время реагирует на эти углеводные бомбы, выбрасывает кучу инсулина, соответственно, идет ожирение, и мы ничего не можем поменять, потому что уже сформировался такой вот тип энергообмена. Ребенок, ему очень тяжело переключиться на каши. Это невкусно, это не дает резкого всплеска энергии. Когда там эта каша усвоится? То есть он, а так съел сладость, все, жизнь заиграла красками, вкусненько. И опять съел сладость. Если родители этого не понимают, если они откупаются от ребенка, поощряют, все, это
там где-то годам к 30 он будет готовый диабетик. А вот смотрите, тоді, якщо підсумувати, спробувати нашу розмову і зрозуміти все ж таки, ось система, оця яка нова, шкільного меню, її потрібно, я так розумію, допрацьовувати. Да. Бо ми зорієнтувалися трішки не на тому, на чому потрібно. Потім другий момент, це про те, що от батьки кажуть, що діти повертаються додому, і вони наче наїдають те, що не наїли в школі. На вашу думку, краще тоді вже балансувати так в цій ситуації, чи все ж таки вдома також їх перевчати на корисне харчування? Я б навіть сказав би, що додати, а що відняти з харчування дитячого, яке є зараз в школі. Вы абсолютно правы, потому что каждый следующий прием пищи, он формируется в зависимости от того, какой был предыдущий. То есть, если ребенок не доел, если он просто не съел вот то, что ему дали, да, оно может 100 раз быть полезным, но он не съел, значит, скорее всего, он переест в следующий прием пищи. Об этом надо помнить. Если какая-то есть в школе инициатива, то тут нужно коммуницировать, да, школа должна коммуницировать с родителями. Потому что если в школе по рецептам Евгения готовят правильную еду, а дома готовят неправильную, все равно будет ребенок выбирать неправильно, потому что для него авторитет родители, и они готовят вкуснее, жирнее, слаще. Ничего с этим не поделаешь. Если родители в оппозиции, то считайте, что вот эти все усилия, они прошли даром. Тобто ми маємо розпочати з родини, всередині Конечно. Себе, якщо ми все ж таки вибираємо здорове харчування, да. розпочинаємо вдома Конечно. І поступово перевчаємо там дітей, проте сильно не обмежуємо солі, цукор, да, цього да, ми не робимо. Да. Надо йти в школи, надо йти в дитячі учреждения, диетологам, надо общаться, проводить лекции, встречаться. Вот тогда будет проводить мастер-классы, ну вот таким образом. Ми вам ще раз дякуємо. Нагадаємо, що у нас сьогодні був Олександр Кущ, дієтолог, людина, яка розказала, що корисно, що не корисно для дітей в сучасних системах харчування. А ми ще раз дякуємо за те, що переглянули це відео. І не забувайте завжди залишатися разом з нами. Так, так, так. А ще пишіть свої коментарі. Обов'язково прокидайтеся щоранку разом з нами з 8 до 11 телеканал «Правда тут».